Здесь все очень просто. Будем испытывать самые дешевые очки из нашего магазина. На данный момент стоят они всего 290 рублей, и некоторые могут сомневаться в том, вообще способны ли они защитить. Как вы заметили, вначале мы будем показывать, чем стреляем. Здесь мы стреляли страйкбольными пластиковыми пульками в 6 мм из глейчерского пистолета Colt 1911. Как видим, никаких заметных повреждений, небольшая вмятинка. Далее пневматический пистолет АПС, тоже от глейчер, стреляем омедненными стальными шариками 4,5 мм. Настало время, пожалуй, пострелять в очки. Отлетает дужка из-за того, что очки лежат в сложенном состоянии. Если очки будут на голове, с дужкой опять же ничего не произойдет. Здесь тоже минимум повреждений, опять небольшая вмятинка. Далее у нас будет винтовка, неусиленная гамма Big Cat. Стреляем пульками гамма мать с плоским наконечником. Опять же никаких значительных повреждений, глаза остаются целыми. Дальше, убийца. Очень популярная винтовка Hatsan Striker. Очень большая скорость. 400 метров в секунду. Огромнейшая скорость. Винтовка эта прошибает стальные лестницы и крошит доски. Ну, собственно, для этого ее обычно и покупают. Очки выдержали этот тест. Пластик очень сильно нагрелся в момент выстрела и растянулся. Если вы заметили, на картонке осталось пятнышко. Не дыра, а имя пятнышко. Это смазка, которая вылетела в маленькую щелку, которая все же образовалась в очках. Осмелюсь предположить, что от того, что вам в глаз, хоть и под давлением, брызнуло немного масла, глаз вы, я вас уверяю, сохраните. Можно сказать, что очки полностью прошли тест. Так что берите смело, штук по 5, они очень дешевые. Как я уже отметил, всего 290 рублей, защитят вас не только во время стрельбы из пневматики, но и при любых, предположительно опасных для глаза, мероприятиях. Если вам понравился товар из ролика, вы можете просто нажать на большую красную кнопку в левом верхнем углу. Не перепутайте ее с большой красной кнопкой в левом нижнем углу. Это кнопка, чтобы подписаться, она вам, думаю, тоже пригодится. Разумеется, если вам понравилось это видео и понравился наш магазин. Обязательно делитесь с друзьями и близкими, пускай все смотрят интересные видео и покупают отличные товары. Если у вас возникают вопросы, добро пожаловать в комментарии под видео. Ну, если, разумеется, вопросы касаются какого-то конкретного товара. Если появились какие-то общие вопросы или просто заскучали, добро пожаловать в наши социальные сети. Так будет проще следить за акциями из нашего магазина и вообще за деятельностью и жизнью нашего сообщества. Помимо откровенной коммерции, в группе также присутствуют просто смешные картинки и интересные статьи. Я благодарю вас за просмотр. Если хотите посмотреть еще один ролик, кнопка в правом верхнем углу.